Чат, бывают такие дни, когда ты просто упарываешься настолько, что понимаешь, что даже отдыхать тебе уже не хочется, понимаешь? Сегодня мы собирали вещи и собрали очень много всякой мелочи, проводов и всяких там коробок. А потом такие, короче, вот, я говорю, блин, надо отдохнуть, и потом думаю, а что отдыхать-то? Я просто без вебки сегодня почилю, потому что, ну, хочется. У меня нет сегодня четкого плана, стрим, возможно, будет покороче, но я просто хотел сегодня с вами посидеть и подуреть. И да, мы будем играть в уголька, пройдем его, а потом пойдем во что-нибудь другое, окей? Абсолютно человая игра, которая мне сегодня идеально зайдет. Ты убедил Артема поиграть в Wasteland? Да он говорит, go. Ну, типа, сегодня он... Я им ничего не говорил, да и он как бы не это самое. Я что хочу напомнить, во-первых. Так, бандикам не надо. Во-первых, тема следующая. Альбом фанарта открыт. Альбом фанарта открыт, а это значит? Это значит, что теперь вы можете заливать свой фанарт. Однако, ввиду последних событий, когда, ну, вы помните, мы по 2 часа смотрели арты, которые были крутые во многом, но вы понимаете, дело в том было, что, ну, там было очень много артов на отвлеченные темы. Типа вчера я нашел свой рисунок из школы, и, в общем, там я рисовал стул. Посмотрите на стул, который я рисовал в школе. Я рисовал его ручкой, а потом карандашом. Посмотрите, это круто. Ну, типа, это круто, конечно, но посмотрите на новые правила. Мы их обновили как раз-таки... Я сам виноват, на самом деле, в этом во всем, но, тем не менее, новые правила. Строго по тематике стримов. Это нужно для того, чтобы артов было не так много. Потому что, ну, вы помните, человек свой логотип... Я, говорит, сделал свой логотип из говна и палок. А вот это я его же в 3D-редакторе сделал. А это я его нарисовал кровью на стене. Посмотри, клево-клево. Ну, это типа перебор был, серьезно. Вот, сейчас правила немного другие, но люди уже вон, в принципе, начали, и вы понимаете, что здесь... Что это вообще такое? Смотреть мы это будем по воскресеньям, как обычно. Фотожабы я не против совершенно, но вы понимаете, что здесь очень много крутых работ, по-настоящему крутых. Не обязательно нужно, чтобы там я был, допустим, просто нужно, чтобы по играм, которые мы играем, либо играли, которые любим. Вот, ну, то есть такое... Вот, ну вы понимаете, о чем, да? Ну, то есть не нужно просто рандомщину какую-то кидать сюда, потому что это просто сделано для вас, чтобы вот это вот все было хорошо. И, в общем, все будет хорошо. Будем смотреть по выходным также. Я думаю, что артов будет заметно меньше, но и мы не будем по 2 часа их смотреть. Я думаю, норм тема. Я думаю, она исчезнет. Не, смотри, все еще есть. А я точно смогу? Я думаю, что я не смогу ее дотащить, на самом деле. Я не смогу с ней подняться, да? Да возьми ты ее, лол. Понятно, чат, короче говоря, это ГГ. Блин, я хочу свинью накормить. Она мне напоминает меня. Выходные. Во, нормалек. Вот так. Ты посмотри, пок. Ешь. Ешь. Нормально тебе? Кого? То есть, подожди, все это время я мог отсюда такую же штуку принести и не париться с этим совсем? Да вы прикалываетесь, боже, тут в 3 метрах такая же была. А я тащил оттуда? Говно. Артур живет со стримером, более того, я его даже голым видел. Сочувствую? Да нет, наоборот, завидовать надо. Сочувствую, не надо все по себе мерить. Голый Тёма, кстати, Тёму голову я вроде тоже видел, но я не помню. Просто после этого у меня память стерлась. Он фетишист, смотрит на голых стримеров. Так, ну смотри, я видел голову стримера некого Black Silver Уфа. Возможно, видел голову стримера некого Дарая Уиллис. Видел голову стримера, ну в трусах, ладно, Джек Шепард Твич. Кстати, кто использует приписку Твич? Лол. А то мы не знаем, что это Твич. Видел голову стримера ArtGames LP. Ну, я не уверен, что полностью голову, потому что память по-прежнему стерта вроде как. Я думаю, что я видел больше голых стримеров, чем любой другой голый стример. Смотри, свинья, хочешь вот эту штуку? Хочешь? А ты не получишь, вот она получит, она лучше тебя. Когда я впервые посмотрел этого стримера, он казался умным, рассказывал что-то про оптику в Дейзи. А теперь свиней дразнит. В читер, это называется разноплановый, понимаешь? Разноплановый. Я не узкоспециализированный, я могу в разное. Это называется... Hidden away was a scrap of journal. Безумный интеллект. Подожди, там же была... Я не запомнил. Но я как бы при этом не понял. Не... Ага. Ага. А, все, я понял. Я понял, чат.
Я понял. Даже если я не понял, я сейчас пройду максимально быстро, смотри. Нет! Я нечаянно нажал. Ладно, можно просто пойти посмотреть, смотри. Черепашка, две лягушки, черепашка, две лягушки, черепашка, две лягушки, черепашка. Получается, черепашка, две лягушки, черепашка, фейл, две лягушки, черепашка, две лягушки, черепашка, две лягушки, черепашка. О, мне кажется, понял. The fuck? Как это... Подожди. Я понял. Блин, тут думать надо. Как я это не люблю, боже. Две лягушки. А далее, после этого, черепашка. Две лягушки. Черепашка. Две лягушки. Черепашка. Ну, блин, просто же, господи. Чат, как обычно, ничего не понял. Гарантирую. Боже, какой у вас красивый сын. Ой, тебе хана, это моя дочь. Простите, мужчина, тебе точно хана, я ее мать. Прости, чат. Подожди, у меня только сейчас дошло, что это игра от Шона Мюррея от Hello Games, то есть это игра создателя No Man's Sky. Да, это правда? Да, серьезно, прикольно. Что-то они как-то в амбициях поубавились такие. Я реально представляю, как Шон Мюррей под коксом начинает орать. Я сделаю огромную игру про вселенную, про миллиарды вселенных, про теорию струн, про миллионы биологических, кремниевых и других видов, про черные дыры, про синкур... Ему говорит, Шон, бля, Шон, успокойся! Начинают бить его, летают табуретки, он такой, ну или маленькую инди-игру я тоже могу. Смотри, Next Gen Tactics. Мы сейчас сделаем примерно вот так. Мы возьмем эту еду, и мы с вами оставим ее здесь. Опа! Насколько же это умно, посмотри. Потом пойдем и возьмем еще одну. И быстро несем туда же. Итого, у нас с вами здесь... Ты, сука, съел мою, да? Куда ты пошел, божечки? Куда ты пошел? Куда ты пошел? Куда ты пошел? И он сам бежит. Ты реально обошел все, чтобы... Так. Хоть раз можно нормально поехать по-быстрому? Да. Ты же на одну и ту же кнопку грести и залезать... Лучше так буду. Да. Ты прикалываешься, типа, плыть и залезать на одну кнопку. Окей. Ты прикалываешься. Зачем мы это сделали? Так, давай вот так вот отвернемся. Вот так вот. Да, блядь. Полностью надо подниматься, да, каждый раз? Вот так вот, да. Боже, реально отплывать нужно через жопу. Snake is drawn to the light. They are not so fearsome after all. I think they mean no harm. Она же не виновата, что она змея, верно? У меня так отец про тещу говорил. Да как ты смеешь, слышь? У меня есть перо. Ничего хорошего из этого не получилось. А ведь оно даже не мое. Если под определенным углом мы лезем к корням этого дерева, то мы попадаем сюда.
стример нужно больше экспрессивности, скучно очень. Ну что я тебе могу сказать, пойди для разнообразия побейся головой об стену. Может быть, тебе полегчает. Здесь, сука, тебе не цирк, здесь проходят игры. Более того, у меня выходной. Обоссаться, понимаешь, держи в курсе. Без агрессии, конечно же. Шо, подожди. Весь чат пишет про что-то жареное, про какие-то фастфуды и снеки, а потом удивляются, почему так много людей с гастритом. Да уж сами на грабли наступают, а потом ноют, что животики болят. Рострим, ты сегодня вот весь стрим сидишь и душишь. Какая тебе нахер разница, что кушают люди, я просто не понимаю. Пытаться научить кого-то, ну, для этого нужно хотя бы каким-то авторитетом обладать. Ну, то, что ты пишешь, ты же не доктор. Просто рандомный какой-то член из чата. Как к тебе относиться после этого? Написал, что люди делают все неправильно. Понятное дело, что у людей будет реакция типа «Обалдеть, ну, держи в курсе», там и тому подобное. Не знаю, по-моему, ты довольно грубо себя ведешь. Расскажи еще там про пользу того или вот этого вот, но ты же даже не Малышева. Малышева я послушал. Она хотя бы член, ну такая, изображала. Кого-то забанили, ужас. Что же он такого наговорил? Ну я знаю, что за дело, но, блин. F? А даже стрима не было, прикинь. Пойду посмотрю. Какой же ты конченый. Ну блин, ну да. Как величайший игрок Майнкрафта, почему ты не принимаешь участие в Twitch Rivals? Это еще чё? Там еще по Call of Duty сегодня предложили участие в турнире, в котором призовой фонд 50 тысяч баксов. А я такой, нет, не пойду. Зачем мне давать, ну, собственно, отнимать у людей шанс? Мне и так хорошо, понимаешь? На самом деле, я никогда практически не лезу в соревновательные эти. Ну, просто потому что... Конец предложения. Благородно как? Причем тут благородно? Меня там трахнут просто. Нет, на самом деле дело не в этом. Просто, ну, как бы, неоднократно было, что когда я участвую в каких-то активностях, у меня очень много агрессивных зрителей. И они творили всякую дичь. Я после этого решил в это не лезть. Ну и типа просто были какие-то неприкольные темы там. Я вообще от всяких этих держусь подальше. Как с батлой? Да что там с батлой-то? С батлой-то просто была плохая организация. Потому что у тебя милая уютная атмосфера. Я говорю, мои зрители писали конкурентам и угрожали расправу и тому подобное. Это вообще ненормальная херня. Вообще ненормальная. Я лучше не буду в это лезть. Ну, собственно, вот такая вот игра. Последний угонек. Угонек, господи, все понятно. Это была прикольная игра, я прям большое удовольствие получил, проходя ее. Прям, ну, было классно. Миленько, да. Ну, типа, очень расслабило. После всех этих проектов, где там много всякого насилия и тому подобного, здесь как-то, ну, реально позалипал. Сегодня хорошо провел выходной на стриме опять. Опять на стриме! О боже, это было мило, при этом это было глубоко. Тут такие рассуждения были времена. Короче, это было прикольно. Мне понравилось. Небольшая такая прикольная игра. Я очень удивлен, что Hello Games, она, в общем, сделала такую игру. Прям реально... О, кого-то зовут Сергей Антон. Это как Олег Олег. Короче, клево, посидели. Клево. Прикольно. Вот, собственно, такие дела. Отпуск прошел прекрасно. Ой, отпуск, говорю, выходной. Увидимся завтра в обычное время. 4 по МСК приходите, будем сидеть весь день. Не знаю, в чем будем играть. Не знаю, сколько будем играть в Avengers. Я не знаю, хорошая эта игра или плохая. Если не понравится, то будем играть в другую. А если понравится, то будем играть в эту. Ну, вы понимаете, да? Спасибо, гайз, что смотрели. Увидимся. Всем пока.